Всем доброго здоровья и приятного аппетита, кто сейчас кушает. С вами Юлия и Мишка. Всем привет. В общем, это снова Human Fall Flat. Мы продолжаем его проходить. Ох, ребят, я вам тут скажу пару крутых нюансов, которых узнал, когда проходил. Тут все-таки немного тестировал в самом начале. И можно игру, эту вот карту пройти, которая называется «Вода», за 5 минут. Но это я покажу в конце. А сейчас мы продолжаем, собственно, прохождение и эти... О, контейнер, я даже не знаю, как начать. Я решил потестировать за кадром и где-то час мудохался, чтобы их поставить так, как нужно. Здесь тоже я небольшой лайфхак покажу, чтобы не тратить время. Просто тонну своего времени. Я даже и не ваш. Знаю, как назвать. Я просто покажу, как работает механика вот на одном контейнере. А вам нужно выставить, грубо говоря, лестницу, чтобы вот забраться... На вон ту перекладину, где видно, вон там, так скажем. Да, ну тут, в общем, прикольно в этой игре то, что каждый по своим, так скажем, силам, если что, может. Ну да, здесь, в принципе, можно, грубо говоря, жульничать. И самое смешное, что иногда игра это поощряет. То есть есть достижения, где нужно именно жульничать и пройти карту буквально за короткое время. Да. Так что, смотрите, в общем, грубо говоря... Как, не знаю, в GTA 5, кто проходил GTA 5, там есть миссии, нужно будет Тревором, по сути дела, тоже перегонять эти грузовые ящики. Вот только тут вы должны, грубо говоря, еще вот эти крюки, вот эти все, зацепить вот за эти ушки. А это, знаете это ли, не просто. Самое легкое занятие, я вам скажу. Это ладно, если повезет вот о, так зацепить. Если отлично. Вы уже час до этого, можно сказать, я уже диплом получил крюкаря, я не знаю, там, грузчика, спайдермена, просто... Я стараюсь. Ну, слушай, у меня действительно уже по ходу навык выработался, я уже быстро все это делаю. Да, это вот кажется, возможно, со стороны, что это просто. Ну, знаешь, обычно еще такое... Что такое, никак не могу зацепить, все в пол зацепляюсь. Стой, ты не туда тащишь. Да, это из другой стороны. Ой, да, слушай, это не да. Ну, в принципе, вот легче всего, тоже такой совет, вы... Не пытайтесь подсоединить вот напрямую крюк, вы его бросите за эту вот линию. Вот, и потом как-то... Да, потом просто, так скажем, натягиваете. Вот вы его бросили, он, видите, вот, вот так. И все, и натяжка пошла. Опа, все, то есть вообще готовы, отлично. Идеально. Идете обратно, залазите. Ох, ты, ё-моё. Прям как будто в реальности. Так я тебе говорю, вот это вот реализм 100%. Все, начинайте поднимать. Главное, чтобы ничего не сорвалось, чтобы все держалось. Все, смотри, все держится, идеально. Поднимаете на максимальную высоту. Ждете, пока она чпокнется. Все, чпокнулась. Так, по-моему, вот этот рычаг ехать. Зацепляемся, все, погнали. Едем. Едем. Пока еще это тело, да, едет, пока оно устаканится, чтобы она вот не шаталась, как качель. Да. Пока все это произойдет, это потратится тонну времени. Но знаете. Но если вам хочется именно вызов. Ну да, да. Я, собственно, этим занимался, ну, сами понимаете, это вот показывать на видео. Ну, я показываю, да, механику, но полностью это вот так пройти. Я не знаю, просто долго. Много времени потрачу ваше же и свое. Можно пройти все гораздо быстрее. Ну, в общем, вы поняли, да, как можно на самом деле вот сюда его немного накренить, чтобы он под углом упал, там, допустим, вот здесь, вот, чтобы как-то потом еще вставить другой. Вот он. Допустим, здесь его бросить. Ну-ка, давай, вставай. И вот он будет, грубо говоря, как такая, знаете, горка. Вы потом залазите, снимаете крюки, едете к другому, снова одеваете, бла-бла-бла-бла-бла. Так, в общем, показываю лайфхак. В общем, смотрите, вам нужно залезть, видите, да, куда? Да, вот сюда. Наверное. Вот сюда. Представляете, сколько сложно это, сколько времени? Подходим, значит, сюда, на эту стенку. И занимаемся классической раскачкой. Раскачка, я могу сказать, видимо, она специально была все-таки придумана. Ну что, мало для ли... таких лодырей, как мы. Да. Ну и вы, допустим. То есть, если вы что-то не можете пройти, собственно, с помощью нее можно спасти свою шкуру. Но есть такой нюанс. На самом деле, левая рука, она правда, она хуже как-то работает. Ой, правая рука, чем левая. То есть левой рукой легче закинуть вверх. Вот видите, я ну ее да, закинул. Кстати. Есть такой нюанс. Почему-то у меня зачастую левый получается. Не знаю, может быть, видите, как-то я не могу ее зацепить. Поэтому приходится иногда вот чуть-чуть выше зацеплять.
И потом, видали, как высоко? Все, опа, все, профи. Мы прошли, пожалуйста. Представляете, сколько нам пришлось реально времени потратить? Это просто дрестануть можно было бы от усталости этой. Так, ну и что, все, проходим дальше в том же режиме. Да, сразу же сделаю такую, ребята, ну все правильно сказал, ремарку. В общем, на двоих мы пройдем, начнем проходить тогда, когда пройдем игру полностью на одного. Ну, чтобы уж все уровни пройти, знать... Давай это, цепляйся! Да рука, видишь, застряла. Так, сейчас, все нормально, нормально. Все сейчас будет. Оба-на! Ничего нет сложного для меня. Ну, здесь такой нюанс. Нужно, наверное, допрыгивать. Я уже промудил, потому что... Вот давай сюда, направо, направо. Да. Главное не утопиться, долго не тянуть. Все. Так. Так понимаю, что нам надо вот давай, эту красную. Давай. Красную? Нет. Сейчас, погоди, поедем, может быть, так. Накидаем валунов. Вон они, кстати, да, правильно ты говоришь, красные, и за ней такие же эти коробки. Потому что, ну, очевидно, я же здесь не допрыгну до них. А там водиться. Конечно, я думаю, вряд ли, что тут... Ну, сейчас даже проверять не буду, знаете. Интуиция что-то мне подсказывает, что... Ой, знаете, когда уже... Сколько мы эту игру уж проходим, я не знаю. Давно уже она давно, уже вышла. Да. Уже механику, когда изучил, ты уже как-то читаешь. Ориентируешься. Разработчик, я могу сказать, что как тут примерно делать. Так, я не договорил, да, то, что мы вдвоем будем проходить. Так что, ребят, подождите чуть-чуть, вдвоем ее обязательно пройдем. И еще, как вас интересует такая тема, если мы будем проверять различные... достижения и секреты. То есть, вот вам бы было бы интересно... А-ля пасхалки такие. Да, пасхалки. Что? Если бы мы залезли вот на... Я что-то у меня... Голова отключилась. Вот на тот маяк. Чуть не маньяк. Еще где-то еще маяк я видел раньше. Да, вот хотел бы узнать, что если бы вот огромный корабль, мы бы взяли и согнали с воды. Ну все. Все, спаслись. Так. Про корабль, да? Вот прикиньте, мы бы огромный корабль за линию карты снесли. Было бы интересно. Короче, если да, тоже говорите. Такие, как скажем, различные ну, короче, трюки, секреты, трюки, да, будем проверять. Если вас интересует, мы этим займемся. Не интересует, ну, фиг с ним. Ладно, почалили сюда, собственно говоря, куда нас коробки ведут. Где-то... ух, ё-моё, что-то еще новенькое. Похоже на тост, если честно, да? Эта лодка. Ну, тут, блин, понятно, что надо сделать. Давай кольцо снимем. Вау! Все. Погнали! Так, кого-то, знаешь, надо там... Надо зацепиться вот за эту штуку. Да это понятно. Но она... Я так понял, одеть нужно ее. Лови. Как бы сразу же намекает, что нужно одеть, иначе что-то будет плохое. Я не знаю, я успел. Слушай, да ты мастер вообще. А она, видите... Устремилась бы куда-то мимо. Ну, ничего. В общем, что, поплыли мы? Только что-то я не понимаю, что она не плывет. Странно. Слушай, давай попробуем слезть с нее опять залезть. А, погоди, о, погоди, слушай, погоди. Слушай. Шагами. Я не знаю, по-моему. Самая тупая версия это стоять на ней и двигать. А, слушай. За счет трубы, наверное, можно. Вот так. Терин-терин. Воу! Воу! Все. Стой, она сама уже поплыла. И чё так, тебе? Так, погоди, я не знаю, что слушай. Делать. Ой, блин! Мы ступили. Сейчас, наверное, да. Ну, я так понял, раз нужно было... Нужно было... Все, ладно, сейчас. Всё, ё-моё, да. Я надеюсь, она сейчас натужит. Ой-ой, да. Явно она натужит, нам придётся с самого начала здесь. Ладно, все, не мудим, а то я что-то реально сболтался. Блин, вы что делать? Ой, блин, вы что издеваете, что? Как так вышло? Нет! Да вы что, ё-моё, ну в офигеть. О, господи. Что за хрень, ну, я не знаю. Прямо эпик фейл какой-то. Прям кольцевал, блядь, штука делал. Сообразим. Все, я понял, все. Я понял. Я примерно понял. Давай вот так. Берем и не отпускаем. Я надеюсь, он нас не утянет. И вот сюда. Давай. Погнали. Оба-на. Так. Стой. Все нормально, все держится. Оба-на. О, слушай, я даже не ожидал, что так получится, как хотел. Все.
Готово. Так, значит, все, теперь пора за коробкой. Ю-ю-ю-ю. Лишь бы только не упасть. Да ладно. Мне кажется, а если что, я упаду все заново, что ли, опять? Вы что, издеваетесь? Нетушки. Аккуратно. Мне кажется, да. Че, не надо. Так, не урони коробку. Не урони себе! Тихо, тихо. Жесть какая. О, ты чё? Ты чё делаешь? Эй! Вы охренели, что ли? Вот это поворот. Ладно, быстренько проходим. Тихо, спокойно. Блин! Она плывёт. Быстро! Да нахрена! Стой, мне подсказывает лучше сделать очень все аккуратно. Вот так, притянуть сюда. Теперь берем коробку и подходим. Бросаем ее. Все. Аккуратно. Так, теперь не грохнуться. Все, нажали кнопку. Валим теперь нафиг отсюда. Так, еще одна. О, боже мой. Ну столько. О, в какую сторону-то? Ну, по-моему, очевидно. В общем, тыркались, и чтобы не тратить время, мы поняли, на самом деле нужно никуда не плыть, а залезть по этому кораблю, по этим обломкам корабля. Надо сумудриться. Да, это напоминает момент мне с замком, где мы там по кусочкам лазили, и вот это что-то типа вот этого. Не особо простое развлечение, но что теперь? Так придумали, так и проходим. Аккуратно. Ну, может, надо чуть-чуть отцепиться уже? Ну, тут хорошо, что есть за что. Еще потом, ну, точнее, на что встать. Вот прикиньте, что здесь. Я, конечно, не знаю, может быть, вот на это обрубок надо, но... Кто не любит хардкор, а? Все, все. По-царски, по-царски. Фух, да, расслабьте булки, все окей. Ну, не, серьезно, вот по таким сложным... Серьезно? Опа. Это еще, так скажем, этого чувачка выносит постоянно куда-то в разные стороны. Так, И куда нам теперь надо? Сейчас. Погоди, да, залезь, чтобы... Стой, ну, поднимись. Это вот мы там плыли, да, по-моему, как где? Раз? Ща. Вот маяк. Ай-яй-яй-яй. Фу-ху-ху. Так, да, кстати, маяк. Вот маяк. Напоминаем. Так, да. Ну, по-моему, очевидно, что нам сюда. Все, упал. Хоть это. Так, что у нас тут? Мне кажется, Мне кажется, что вот этого, да, притянуть. Вот. Ну, я думаю, нам хватит этого. Все, на лодку. Отлично. Так, надо скинуть. Какие-то камушки еще. Камушки. А я, знаешь, уже пока видел, я понял, что надо делать. И чё? Ну, давай, Юль, как ты думаешь? Камушки, лодка здесь не проезжает. Нет, я не знаю. Нет, так а что сейчас я делаю, по-твоему? Ну, я не понимаю, зачем. А, чтобы, типа, она под низом да, там да, 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 масса, грубо говоря, немножко её... Всё же хватает. Да, да, это куча. Всё, погнали. Чё тут ещё сказать? Давай камушки оттуда. Да, что? Повыше. Сбагрим сейчас. Тяжелый. Еще парочку сразу. И что нам надо куда? Нам надо... Нам не... Наверное, сюда. Она блин, видишь... Блин. Она застряла. Она здесь дальше просто не идет. А, так что, в принципе... Эй! Что такое? Сегодня целый день меня шпыняет эта карта. Видишь, она, блядь... Так, мне кажется, лучше заново. Да. Просто... Я согласна. Есть, я залез. Так, ну, попробуем. Тут только это остается. Я ждал, не допрыгну. Ты прям как Спайдер... Мой... Так, надо... Да. Что-то как-то это, никак, диссонанс. Неудачно как-то. Так, что делать? Она короче, сейчас... давай, сейчас а она... ее можно вниз опустить? 100% она сейчас к нам поедет. О! Все, по-царски добрались. Круто. Стой, а вот зачем вот этот четыречек? Какой? Ну... Кольцо? Да.
Сейчас посмотрим, у нас есть матрас. На нем можно... О, всю карту видно, как на... Слушай, а чё... Корабль. Корабль, ты чё, попутал всё? Слушай, нет, он прямо опять зареспаунился. Так я и говорю, он появился там, где и был. Не, стой, зачем ты лодку-то тащишь? Матрас? Не, ну... Нам 100% надо будет открыть, вот да. Ну, предположительно, смотри. А вот этот рычажок, он что делает? Рычажок и уж опять явно это? Что-то отправляет. О, о! Нафига крюк здесь делать было, правильно? Правильно. Сейчас. Сейчас мы ее отправим. Да. Ё-моё! Не, сегодня у меня с кольцами явно не прет. Блин. Все. Все. Давай. Дальше. Я сжай отсюда. Сейчас ты, главное, только лодку не проморгай. Поплыли. Все, на нее залазим. Ю-ху! Лодка, обожди меня. Быстрее. Матрас. Так, матрас застрял. Матрас, сейчас мы его вытолкнем. Ю-ху, погнали. Ё-моё. Тебе надо управлять? Нет, он как сам по себе тут. Что-то он застрял. У нас вон это открылось, как его, начало вихляться. Да, мельница. О, и чё? Может, нам сюда вспрыгивать, нет? Ну, допустим. Ну, короче, мы вниз опустились. Слушай, а чё с плотом? Посмотри на него, вон он. Опьянел. I don't know. Как бы выход находится здесь, но он закрытый. То есть, и зачем нас, собственно, сюда спустило? Ладно. Вон даже какие-то обломочки. Типа. Сохранение. То есть, что-то здесь, правильно, надо сделать? Да. Ну-ка. Цепляемся. Погнали! Так. Ну там 100% тоже какой-то рычажок надо нажать, как обычно. Только где он? Вот как нам сюда добраться? Слушай, ну реально, что за... It's very hard. Оп, вот так, таким макаром. А зачем? Так тебе надо было другую. На ту сторону. Какая разница, какой рукой? Тут... Стой! Фу! И вон трамплинчик, я так понимаю, мы там сейчас спрыгнем. Так, в какую сторону? Во! Слушай, давай еще раз карту посмотрим, просто так интересно. Ну, если мы высоко находимся. Посмотрел? Да. Погнали! Много всего тут на самом деле. Сейчас, я так и думала. Все, наконец-то, конец. Оу. В общем, вот она, новая карта, я так понял, это электростанция, всеми да. Обещанная и долгожданная, но мы ее посмотрим в следующий раз. Но перед концом я покажу лайфхак, как быстро пройти карту вода. Короче, ребят, сейчас я вам покажу офигительную тему, как пройти эту карту буквально, я не знаю, там минут за 5. То есть... Все изи. Вот из этой начальной локации вам даже не придется выходить. В общем, берете лодку. Короче, скоростное прохождение. Да, да, да. От Миши. И доплываем. После того, как доплыли, не нужен нам ни катер, ни вот эта вся фигня. Доходим вот до этой штучки. Грубо говоря, до выхода. Угу. И опять с раскачки. Да, с помощью раскачки мы... Так, сейчас мы повыше попытаемся. Здесь, по-моему, вот самая высокая точка, это вот это. Держитесь рукой одной. Ну, вы знаете, как раскачка делается. Все, раскачиваемся. Итак. Вот это поворот. Мы залезли. Дальше. Идем чуть-чуть еще повыше. Мы, по сути дела, с вами сейчас, уже сейчас пропустили вот все, и корабль, и вот эту... Ящики, вот эти да, все. Да, 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 залазим вот по этому устью реки, где вот рушится все, ну, да. Да, короче, вода польется. Просто залазим. Так, в общем, вот мы пытаемся забраться, забираемся. И в прошлый раз вот мы карту прошли полностью верно, то есть вы должны спустить воду. И потом по вот этой, не знаю, как сказать, ветряная мельница, это... Да. О, ветряная, водяная, да-да-да. Ну, и с помощью нее вы залазите вот на место с рычагом, где открывается туннель. Ну давай, что ли, залази, ё-моё.
лестница, я не знаю, для кого предназначена, с такими короткими ножками. Собственно, все. И как вы думаете, даже можно воду вообще не трогать? Вот видите, вот это перила. По ней надо пройти? Пройти вряд ли получится, а вот перелезть, пожалуйста. Сейчас мы перелазим, в общем, дотуда. Все, грубо говоря, вода не запущена, все, нажимаем рычаг, чтобы открыть. Только все. Единственное, тут сохранение. Сохранение сработает. Все, ты прошла уровень, грубо говоря, только вот таким способом. То есть вы потратите не час, не полтора, допустим, можете удивить друзей своих этим прохождением. Все, миссия пройдена. Буквально приловчитесь, чтобы быстро перелазить вот по этим перилам. Все, на самом миссия деле, пройдена. Это сколько вообще вот вы потратили? Удивительно просто. Да вообще очень мало. На этом мы закончим, ребят. Игры на двоих, то есть мы вот это будем проходить вдвоем чуть попозже, когда пройдем до конца. Всем хорошего настроения, всем пока. Всем пока.